Обучение по теме организации работы участковой избирательной комиссии в день голосования и в день предшествующий проводилось для полного состава всех участников выборного процесса Ленинского муниципального района. Обучающий семинар проходил в детской школе искусств города Видное. Областная избирательная комиссия предложила для членов УИК новую форму обучения в виде мастер-класса. Содержательная часть фактически не изменилась, а форма общения с членами участковых комиссий, которых мы обучаем, она изменилась лишь только потому, что в плане вот продуктивности и полезности как раз эта форма, она более, в общем-то, себя оправдывает, чем мы начитывали какие-то лекции, там их слушали, не слушали, внимательно, невнимательно. А здесь мы стараемся сделать так, чтобы наш как бы диалог, он был взаимный. Для участников мастер-класса организаторы создали модель избирательного участка, где было все, с чем им предстоит работать на выборах. Для того, чтобы в дальнейшем вот мы наше занятие проводили, я хотел бы пригласить трех-четырех человек сюда на сцену в роли экспертов. Занятия проходили в интерактивной форме. Консультант от избирательной комиссии Московской области Александр Попков на практике рассказал и показал присутствующим различные моменты выборного процесса. К примеру, о надлежащем оформлении стендов, о работе со списком избирателей, о подготовке к подсчету голосов, о погашении неиспользованных бюллетеней, а также о правильном взаимодействии с наблюдателями и избирателями. Это действительно все как бы воочию мы узнаем, да, расположение участка, то, что должно быть на стенде, и как вести, самое главное, себя в экстренных ситуациях. Семинар помог членам избирательных комиссий закрепить то, что они знали, и напомнил о том, что могло немного подзабыться. Избирательная комиссия готова на 100%, участковая избирательная комиссия на 100% готова. Самое главное, чтобы избиратель пришел, и мы ждем нашего избирателя. Применять полученные знания на практике участники мастер-класса будут уже в ближайшее воскресенье, ведь 10 сентября на территории Ленинского района пройдет ряд муниципальных выборов.